Доброго времени суток, с вами канал Зяблик, мы продолжаем играть в State of Decay. И у меня довольно плохие новости. Дело в том, что... первый сейв запоролся, там были очень большие лаги, глюки, всем того подобное. Так что я начал второй сейв, я как бы в общем вкратце... расскажу, в чем прикол получается, что в первом сейве после последней записи я не мог, то есть в домах не было лута вообще, то есть я не знаю, что делать, вообще не знаю. Так, пойдемте на миссию сразу же. Поэтому я начал новый сейв, даже шел до того же момента, только сейчас мы обграбим эту больницу заново. Я решил отсюда начать снимать. И сейчас я даже покажу, что как бы когда я проходил первую, ну, на первом сейве, тут было... Короче, я не получал достижения. Сейчас я получаю достижения. Так что я не знаю, что происходит. Зомби... Да. Разбейте его уже. Отлично. Я уже ограбил ганшоп. Вроде бы не засчитался, что я его ограбил. Как-то так. Нормально. А, отлично, еще ачивка. Я его специально посмотрел и решил так толкнуть. Так, и сейчас скоро будет ночь. То есть я как бы проходил быстро, поэтому грабить мы будем вечером. Ну ладно, ладно. А мы пошел. Сейчас вроде бы у меня и с ближним оружием, и с дальним нет проблем. Большая там репутация с ними, так что... пока что я не испытываю тут проблем. Так, ветеринарная клиника, окей. Это, кстати, когда мы тогда играли, я не обратил внимания, что это ветеринарная клиника. Отлично. Так, давайте включим фонарь. И, кстати, вызов по рации, я разобрался, ну, пока что еще не разбирался, но я поставлю, чтобы я мог вызывать по рации. Потому что я не нашел, кстати, неплохой сайтик по State of Decay русский, так что я кину его в описании, надеюсь, кину. Если не забуду, его кину. Так, еще медикаментов. Чем больше медикаментов, тем лучше. Зомби уже ломятся. Где они, интересно, ломятся? Окей. Слушай, я невезучая. Я не привлеку все внимание, они отстанут от меня. Так, ладно. Ты офигел в конец. Всё. Так, теперь научился драться более-менее. Буду съедать медикаменты просто так, а то мне получается иногда их съедать просто так. Так, давайте, воруем, воруем все. Скоро забрикадируемся лучше. Так намного лучше будет, потому что в прошлый раз тут мы знаем, что... Вот и они, наши дружки. Подоспели вовремя. Ой. Ё-моё. Блин, тупая снайпа. А, так. Тебя заново. Чёрт, снайпа, дай снайпу, пожалуйста. Патронов у меня дофига, так что... Орда? Не, ну... Конечно, всего ожидал, но не орду же. Боже мой! Давай, забрикадируемся быстрее. Сейчас будет весело. Так, окей, чувак, ты готов? Чувак. Нафиг. Слушай, если нафиг лев, давайте лучше свалим на улицу. Или не будем. Еще пожалуйста. Что, кроме фрайс седает. Thank you.
ребята, ничего хорошего я вам не скажу. Давайте сканаем, просто забьем. Пофиг. Что я подумал, так это пофиг на эти... на этот топор. У меня еще, если что, есть куда. Как знал, а что, прицепить? Ну, отлично. Все, супер. Кстати, тут же животные должны быть. Шить, наверное. Ладно, пошлите отсюда. Давайте мы их изобьем. Но их лучше сначала сталкивать, потом бить. Это очень хорошо, потому что оружие намного меньше ломается, чем я просто буду бить пушкой. Это я уже для себя уяснил. Чё, нам нельзя же на машине, да? Пойдем. Не, лучше с Аланом. Алан, с Аланом надо отношения хорошие. Потому что все-таки лучше пойдем пешком. Хотя... я даже не уверен. Просто если мы пойдем пешком, то у нас будет нормальное отношение с Аланом. Но Алан тут типа как за этого, как за главного. Ну, Алан, какой-то ты мне не очень нравишься, Алан, так что мы поедем на машине. Куда? Идем. Идем от них. Давайте, бежим. Так, вон у нас ганшоп стоит, да? Да, это ганшоп. Я уверен, что это ганшоп. Да, это ганшоп. Окей. Фига их там идет. Но они вроде бы отстали от нас. Так, сейчас мы должны эту машину будем забрать, как я помню. Хотя нет, возможно и другая, но все равно. Ну так вот, на первом сейве я не мог почему-то лутать. То есть, по идее, мне в верхнем углу, когда в здание заходишь, писалось, что есть лут, но я не мог ничего залутать. Hold up. Давайте. Hold. Все. Пешком пойдем. Как на пешком-то идти? Слушай, да мы так много пешком пойдем. Пошли. Kiss my ass, Alan. Lily needs these mittens. Fuck you. Get your ass back here, Alan. Alan! God damn it! Come on, let's find a ride and get the shit home. Ладно, поедем. А, типа, стоп, я не могу. То есть я не могу не поехать. Да, давай. Нафига. Да, давай разберемся по-пацански. Давай, давай, садись, поехали. Ну-ка, успокойся. Все. Алан, короче, от нас смылся, и все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Главное, сейчас лучше к лагерю проводить. Хотя, ладно, мы просто быстро проедем. Да, машину все угрохали. Ну ладно, пусть у нас есть машина. Хотя, стоп. Да, у нас нет машины. Круто. Где все тачки, кстати? Так, выходим. Так, вот на это выходите. Все еще пока не приспособился к управлению на контроллере, но все равно. Постараюсь приспособиться. Инфлянс упал. Был 30 с лишним, сейчас 200. Что-то инфлянс сам падает. Мораль что-то какая-то низкая довольно. Да, мы даем ему. Что происходит? Короче, возможно, не может он не будет помогать, но я не уверен. Короче, нам нужно будет найти дока. Но мы этого дока еще не нашли. Так, ладно, давайте выложим вот это вот. Это одно себе оставим, вот это тоже выложим. Нам патрончики взять. Мы же еще пушку выложим. Давайте пушку выложим, лучше оставим. Мораль зато повысим. Пускай они думают, что мы хорошие, потом мы их предадим. Я лучше тогда возьму еще какое-нибудь оружие ближнего. Вот это возьму. Все, будет намного лучше. Так, ладно. Ночь, да? Пока нам нечего делать. Давайте пока проходим, поговорим. Нет, мы сейчас вот так сделаем. Окей. Так, медицина у нас сейчас. Достатки. Ага, материалы. Я знаю, где достать материалы. Вперед.
Где ты ходишь? А вон он. Пойдем со мной. Нас еще выживших бы найти. Чувак. Пошли. Давай на этой тачке поедем. Чё? Давай, садись. Садись. Не знаю, лучше со светом или без. Я не знаю, реагируют ли в этой игре зомби на свет. Вот тот вопрос. Так, карта. Лучше вот так вот сделать. Пойдем пешком. Пытаюсь по-тихому зачистить. Короче, пойдем тогда. Ну. Что мне такие звуки не нравятся? Очень как не нравятся. Марки, пошли отсюда. Боже мой. Вроде бы арта прошла, и это меня радует относительно. Сейчас зомбяка сзади. Да, вот он. Успокойся, зомби. Все хорошо, пойдем. Пойдем, чувак. Не знаю, где найти материалы. А, нет, не тот дом, вот этот дом, да. Вот в этом доме мы должны найти материалы. Кстати, когда бегал не на запись, я нашел типа потенциальные дома. То есть мы можем переселиться из этого дома, если мне он наскучит. Но хотя это самое безопасное место в этом городе. Эти дома, они вообще посреди города, там где... Чёрт! Надо больше так делать. Отлично, все. Пошли. Короче, радио. Радио, по идее, в этой игре одно из самых нужных. Но я не могу его использовать. Так что... Успокойся, женщина. Так. Так что мне нужно будет порыться кое-как там... Скачивайте, заходите в папку с игрой, там, куда вы ее устанавливаете, там, скачивайте один файл, кидайте его туда, и вроде бы должно у вас радио работать. Так что это не сильно сложно. Окей, отлично. Телефончик, фар. Без фарами как-то лучше ездить. И опять я вот говорил, не хочу играть ночью, и опять я играю ночью. Пойдем. Сейчас материалы. Отлично. Давай материалы. Складываем. Так. Что это у нас? Касцена? Так кто такой? Чувак. Фиксованный дом. Кстати, что-то выживших нет. А во, выжившие. Давайте их соберем. Дружелюбные выжившие. Надо все-таки взять лучше на всякий случай. Пастор Уильямс. Так, отлично. У нас есть теперь есть ресы. Побольше ресов. Так, отлично. Spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, just in case a hungry person showed up. Yeah, well, that was good. Мой, это тут бегаю, что там? Маньячит. Так, иди-ка сюда. Я хотел патроны. Хотя ладно, ходи с ним. Так, да. Надо ей бы один медикамент взять. Хотя... А, есть у меня, отлично. Пойдемте тогда.
выжившими. Потому что люди мне нужны. Я буду набирать людей. Опять мораль что-то падает. Чем больше людей, тем лучше. Так, мы возьмем тогда побольше местную тачку. Она же там у нас стояла, стояла. Так. Че это вы сюда зашли? Ну-ка, лежать. Схвати его. Схвати. Я же знаю, что у тебя оружие не должно ломаться. Это ж ты его бей. Давай, все, я тебе помогу немного. Вон наша тачка горит. Мы пойдем туда, заберем ее и поедем за выжившими. Потому что выживших мы должны спасти хоть как. А потом, я думаю, сходим мы к этому съездим. Ой, еще выжившие на горе. А это миссия наша. А нет, такие тоже выжившие. Кстати, я сейчас открыл карту, на меня зомби не нападал. Странно как-то. Садись. 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 Поехали. А, я не думаю, что фары надо включать. Хотя, стоп, они еще работают. Да у них что-то разбитые вообще. Ну, они, да, они еще работают вполне себе. Так, ты что, гараж? Ага, слушай, тут гаражик есть. Интересно, что в гаражике может быть. Потому что я гаражи еще вроде бы не лутал. Так что там может быть все что угодно. Так. Ты. Продается. Ребята. Че, как там у вас? Я выбью. Хорошо, да? Давай. Собирайте ресурсы и поедем. Be ready in a minute. Ready to roll in a minute. То есть мораль уменьшается. Could be trouble on the left. Ну. Так вот он надо. Надо почаще переворачиваться. Здесь все-таки я что-то снэки еще ни разу по назначению не ел, так что надо будет их попробовать съесть. По назначению. Давай закрывай дверь. Спать закрыть дверь. А, на самом деле, закрывать окей. Это опять случится. Мне вот интересно будет еще посмотреть, как починить. Вот, топор у нас уже ломается. Сделаем сейчас вот так вот. Эквип. Походим пока с бейсбольной битой. Это у нас топор сломается. Я не хочу просто. Топоры они нормальные, как мачете, и у меня там еще сабли всякие есть. Так, все. Let's move, поехали. Давай. Выбивай просто в наглую. Че, ребята, валим? Теперь вы будете жить с нами. Садитесь, садитесь, все садитесь. Все. Фары, я не хочу привлекать зомбаков. Потому что в прошлый раз на нас напали, и это было не есть хорошо. Уж сколько зомби. Воу. И такое может быть. Эта игра меня удивляет. И шокирует одновременно. Ну что, ребята, я принес вам выживших. Тихо ты так стрелять, а. Ты поменьше так шмаляй, пойдешь со мной, нет? Нет, не пойдешь? Ладно. Дайте знать, тогда мы что сделаем. Иди сюда. Стой. Пойдешь со мной. Пойдем. Давай, открывай. О, божечки! Что произошло? Ё-моё! Это не есть хорошо. Совсем не хорошо. Слушай, чувак! Что такое происходит? Тут как бы машины две взорвались, а ты... Что происходит? Ага. Неплохо. Неплохо. Но это лучше все-таки более, более серый рациональный. Да хватит ты все выбивать постоянно.
Ладно, я хочу, знаете, что сделать. А, так вот, блин, забывай все, как вот это. Так. Ага, так, отлично. Upgrade tools. Я не понимаю, как воркшопом пользоваться. Хоть стрелять-то уже, а? О! А нет, это, блин, это мудак. Так, давайте. Я не понимаю, как... Ладно. Это надо будет все посмотреть. А пока мы сейчас, знаете, куда поедем. Слушайте, думаю, что в маленьком городе таком находимся. Ага. Только это все тут не понадобится мне. Давайте съездим к этим. Скайп пишет, но это все потом. Хотя, стоп, давайте все-таки лучше поедем в следующей серии. Так что у меня флянс упал. Почему? Почему он падает? Почему он просто так деньги забирается? Сейчас прикол не понимаю. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и хорошего настроения. Всем пока.